сегодня. И поэтому наш урок посвящен еще раз, посвящен Пуриму, наш урок. Сейчас мы как раз читали, в синагоге читали свиток Эстер. Свиток Эстер. И хочу сейчас еще раз, чтобы мы остановились на тех уроках жизни, да, так как мы изучаем здесь уроки жизни, и особенно в последнее время мы изучаем, как быть веселым, как быть счастливым, как быть радостным. Вот мы сейчас с этого ракурса рассмотрим эту историю, которую мы изучаем уже 2500 лет. 2500 лет назад произошла эта история. 2400, если быть точным, да? И, значит, каждый год нужно дважды прочитать эту историю. Значит, весь еврейский народ в синагогах вечером и потом утром читает эту историю. Значит, читают быстро и не хватает времени, чтобы вдуматься, что там написано обычно. Поэтому мы сейчас прочитаем медленно, что успеем за ближайшие 30 минут. Я хочу остановиться на нескольких уроках, которые мы отсюда учим, потому что действительно ее и читают для того, чтобы понять, как Бог управляет миром скрытно. Потому что в свитке Эстер, это книга, которая входит в Тору, это письменная Тора, одна из книг письменной Торы, значит, ни разу не упоминается имя Всевышнего вообще. То есть это очень интересно, как это так? Это святая книга, а про Бога здесь нет вообще. Но именно она и называется «Свиток скрытый». Да, Эстер переводится имя «скрытый», когда за всем стоит Всевышний. Причем интересно, что Эстер – это было идолопоклонство в Вавилоне в то время. Эштар была такая, называли ее богиня, идол Иштар. И был идол Мардух. Так у них были имена Мордехай и Эстер. Это было как похоже по звучанию на вот этих вот названия этих идолов. И мы видим, что за всем в этом мироздании скрывается Всевышний. То есть есть одна общая сила, один творец, один создатель, один создатель законов. То есть нет никаких здесь, как сказать, вариантов, да? То есть или ты служишь Всевышнему, или нет. И если нет, то все мироздание, оно является ответом, как в конце книги Экклезиаст сказал царь Соломон, он говорит, когда он исследовал, ради чего человек живет, он говорит, в конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. И знай, что все скрытое приведет Бог на суд, и хорошее, и плохое. То есть каждое действие имеет отдачу, каждое действие имеет последствия, и хорошее, и плохое. И вот сейчас мы читаем Мегилат Эстер, свиток скрытый, где Бог скрыт, нет его, не написано ничего про Бога, но он за кулисами рулит всей ситуацией, и мы сейчас узнаем как. И было, значит, начинается во времена Ахашвероша, того Ахашвероша царя, который был царем от Индии и до Африки. 127 стран он захватил, и было 127 стран в его власти. Значит, сразу мы отсюда видим, что Всевышний, есть такой закон в Талмуде, что царство на земле, как царство на небе. То есть то, что происходит на земле, это отражение того, что происходит на небе. И мы видим, что есть какая-то иерархия на небе, да, у каждого народа, у каждой страны есть какой-то ангел, который за это отвечает. Какой-то наверху там духовное, ангелы это называли в те времена, было очень удобно. Как ты объяснишь человеку, который не видел самолета? Значит, и не видел никогда компьютера, не видел никогда, там, я не знаю, космического корабля. Как ты ему объяснишь, что есть какие-то духовные программы, да, программный код? Ангел с крыльями, значит, это он, ну, у меня крыльев нет, у него крылья есть, значит, это что-то круче, чем я. То есть, поэтому назвали так ангелы. Но по факту есть там духовные, как говорил... Был такой великий каббалист, звали его Рав Хаим Луцато. Его была фамилия, он жил где-то около 400 лет назад, 350. И он говорил, что он уже использовал такое слово в книге «Путь Бога» – трансцендентные силы. Трансцендентные силы – такое красивое название. Вот есть наверху какие-то трансцендентные силы, и у них есть иерархия. Но все эти силы – это все проявление Всевышнего. Это одна система. Это не несколько разных систем. И вот, значит, царь этот Ахашверош, он властвовал на 127 государств.
И он уже был, значит, третий год на царстве. Он перенес столицу в город Шушан, Сузы по-современному. И отсюда мы тоже видим, знаете как, в Америке столица, например, самый большой город Нью-Йорк, столица Вашингтон. В Германии Берлин, а столица Бонн. То есть есть такие вот цари, которые хотели обезопасить свою власть, они выносили царский дворец за пределы главного города. Так легче защищаться. И он, значит, перенес свою столицу в Шушан, в город. И на третий год он сделал там пир, в котором он собрал всех своих министров, всех своих слуг, всех своих, значит, и собрал он там всех представителей со всех областей государств, которые он захватил, чтобы показать им богатство и славу своего царства, значит, показать, насколько он крутой. С одной стороны, это себя показать, с другой стороны, на людей посмотреть, потому что он их 180 дней поил, значит, поил, устраивал пир, и на этом пире поили всех очень сильно. Есть такой тоже закон в Талмуде, говорится, что если ты хочешь проверить человека, там это говорится к вопросу о замужестве, да, вот можете записать, если кто еще там не женат или не замужем, значит, как проверить надо своего мужа, да, будущего, своего напарника, где человек больше всего проявляется, его сущность. Значит, Значит, кос, каас и кис на иврите это звучит. Кос – это стакан, нужно его напоить. Напоить конкретно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть человека, которого… Поэтому в Пурим все пьют, чтобы вышло то, что у тебя внутри. Значит, напоить – это кос, каас – гнев, довести до гнева, посмотреть, как человек в гневе. Потому что женятся люди, например, да, первая влюбленность такая, все отлично, там полностью друг в друге видят только хорошее. Потом проходит 3 месяца, и первая ситуация, когда ее или его что-то раздражает, да, и он потом заходит в гнев. А до этого 3 месяца никто же не видел друг друга в гневе, да, и тут оказывается, что она в гневе, орет матом, бьет посуду там и вообще бьет всю мебель, а он в гневе. Просто, значит, я не знаю, что там делать, не дай бог даже думаю, да? И что? Что дальше-то делать? А уже женаты. Поэтому нужно довести своего партнера будущего до гнева в период ухаживания и посмотреть, что будет, да? Такой вот советую тест. И кис. Кис – это деньги. Как человек относится к деньгам? Это очень важно, потому что у всех разные программы отношения к деньгам. И это тоже важные такие вещи для совместной жизни. Значит, он их всех напоил, и когда он их всех напоил, то он же сам тоже с ними пил. И тут он зовет, значит, приказал он, значит, во время этого пира. Он хвастался тем, что у него есть. Потом зашел разговор за женщин. Мужчины пили отдельно, женщины отдельно. И он говорит, у меня, говорит, прям Талмуд как бы этот разговор приводит, он говорит, тот сосуд, которым я пользуюсь, говорит, самый красивый у меня сосуд, у меня жена самая красивая. Ну все, ну кто будет с царем спорить? Кто будет с царем спорить? Звук есть, интересно, или нет? Я надеюсь, что есть звук, да. Значит, с царем никто не будет спорить. Но тут он говорит, а ну-ка привести Леви эт Вашти. Вашти это звали его жену, которая была внучкой, правнучка, она была Навухаднецара, царя, который разрушил императора, который разрушил первый храм, и который был великий такой царь. Она была она была правнучкой. И он на ней женился, Ахашверош, чтобы закрепить свою власть. Он говорит, привести ее перед царем в короне написано, только в короне. Показать всем народам и министрам, какая она красивая, и что нету красивее, чем она. Ватымаэн, и отказалась царица Вашти прийти по слову царя, чтобы ее привели его слуги. А она в это время делала пир для женщин. Тут тоже каждое слово имеет значение. Написано, он приказал привести Вашти, ее звали Вашти, такое имя,
царицу. То есть он говорит, она для меня прежде всего просто Вашти, да, а потом царица. А написано дальше, и отказалась царица Вашти. Она говорит, нет, я царица, а царица не будет тут ходить по твоему приказу. В общем, отказалась она. И что? Написано, Ваикцав, и разгневался царь очень. И ярость горела в нем. Значит, Тора разделяет гнев, это внешнее проявление, а ярость – это внутреннее проявление, но которое человек сдерживает. И она в нем горела. Он вошел в состояние ярости, у него внутри все горит. Хорошо. И сказал царь мудрецам, знающим времена. Устная Тора говорит, что у него, как у любого царя, как советовал нам царь Соломон, что войны делаются, должно быть много советников. Бетахбулот с хитростью, с уловками, тасемилхама, делая войну с уловками, то есть с многоходовыми комбинациями. И у него были советники, но у него были советники разные. Были еврейские советники, здесь они написано мудрецы, знающие времена. Они знали там календарь, времена, все такое, то есть это имеется в виду еврейские советники. Что делать? Значит, они сказали... Мы не знаем, что в этой ситуации делать. То есть, с одной стороны, она царица, и с другой стороны, она отказалась. Некрасивая ситуация. Он послал публично ее привести. Она не привела, она не пришла. А что тут посоветуешь? То есть, по-еврейски не надо вмешиваться в эти семейные ссоры. Да? Они говорят, мы не знаем. То есть, про звезды спроси, мы знаем. Про небо мы знаем. Про вот ваши отношения мы не лезем. Все. Значит, но тут вмешался... У него было еще 7 советников, персы, и, значит, и там вдруг вмешался такой Мемухан. Он был младший советник. Отсюда мы тоже учим, что иногда, значит, вот выйти из проявить инициативу, это очень круто. И вот этот Мемухан, он проявляет инициативу, и он говорит, хотя он был один из младших советников, он говорит, послушай, это то, что она не выполнила твой приказ, это не просто так. Это не просто так. А все тоталитарные правители, они очень чувствительны к неуважению к себе, к какому-то подрыву их авторитета. Он говорит, то, что она не выполнила приказ царя, это серьезное преступление. Значит, теперь, если сейчас она не выполнила... публично, значит, все понимают, что тебя можно не слушаться. И теперь об этом станет известно, так как она это сказала на пир для женщин, жены всех этих министров. Теперь мало этого, они теперь будут все, как она может тебя опозорить, так они будут своих мужей позорить. И они теперь не будут слушаться мужей, и получится, что вся власть посыпется из-за этого ее отказа. Так он провел как бы интерпретацию, комбинацию. Поэтому он говорит, значит, для того, чтобы восстановить вот эту всю ситуацию, если, значит, надо ее казнить публично, и всем, чтобы женам было неповадно было, да, то есть он говорит, это как раз вообще вот сейчас эти самые, как их зовут, феминистки должны прямо сказать вообще, что это за был такой злодей. В общем, этот посоветовал казнить ее, и издать приказ, что жены должны слушаться мужей, и если они не будут слушаться, то их можно будет казнить, а муж женится на той, которая будет лучше, чем вот эта, которая не слушается. Прям вот он дал такой совет. И понравилось то, что он сказал царю и всем его министрам. То есть тут очень важная тоже вот эта фраза, что они же сидят все там мужчины, он такую советует. Мужчины все говорят, о, и прикольный совет, значит, он сейчас убьет свою жену, эту Вашти. И все жены начнут нас слушаться. И разослали, издали по этому совету указ, что во всех государствах царя, значит, должна, мужчина властвует в доме, а жена лишается права голоса. То женщин под эту всю историю лишили как бы права голоса. После этих событий успокоился царь, закончился пир,
успокоился. Написано, Захар этвашки, в это же раста. Он вспомнил, уже забыл он про царицу, а он вспомнил ее как женщину, Вашти, его жена. И он, значит, он же ее любил, и он, что он вообще ее казнил, и что делать? Значит, тогда вот этот же, который дал этот совет, Мемухан, он уже к тому времени стал очень влиятельным, он говорит, а я тебе советую другой, сейчас мы делаем момент. Значит, мы сейчас по всем государствам начинаем собирать девушек-девственниц, красивых, и, значит, будем устраивать ежедневный конкурс красоты. То есть тебе заходит девушка, нравится, женись, не нравится, следующая. И, значит, начали они вот этот конкурс красоты. Теперь дальше в эту историю входит Мордехай. Иш-Иуди был еврей в это время, иуди, еврейская община была очень сильная в Вавилоне, потому что Навуходоносор, прадедушка вот этой вот Вашти, которую казнили, вавилонский царь, разрушил первый Иерусалимский храм, и евреев переселил в Вавилон. И они там уже жили отдельной общиной и были очень влиятельные. Значит, там был один из главных евреев, человек иуди, еврей, жил он в этом Сузах, Шушана-Бера, жил он в столице. Его звали Мордехай, сын Яира, сын Шими, бен Киш, Иш Ямини. Он был из колена Беньямина. И он был из тех, которых переселили в изгнание из Иерусалима, когда уходил оттуда Иханья, царь Иудеи, выходил из Иерусалима, которого переселил Навуходоносор Мелех Бавель, которого переселил Навуходоносор, царь Вавилона. То есть он был еще из тех, кто ушли. Ему к тому моменту было, получается, уже около 80 лет. И у него была, у Мордехая была девушка Адаса, ее звали. Адаса, которая была сирота, и которую называли Эстер. Она была очень скрытная, вот как раз она является Эстер. Но ее имя было изначально Адаса, но ее назвали Эстер. И она была его племянница, и не было у нее папы и мамы, они погибли, когда она была еще маленькая, и она была очень красивая, Яфат Туар, у нее было очень красивая стать, Ветуват Маре, и она была очень красивая лицом. И когда умерли ее папа и мама, то Мордехай взял ее себе как дочь в дом на усыновление. И когда услышал, значит, когда начали собирать этих девушек, они жили в Шушане, где-то ее поймали на улице и тоже ее забрали в гарем. Значит, она в гареме в этом, Мордехай сказал, ничего не говори. Почему он ей так сказал, не знаю. То есть знали, что она из его дома, но кто она, из какого народа, все ее прошлое, откуда она взялась, ничего. Сирота, нашли на улице, значит, кто я, не знаю. Воспитывалась в доме Мордехая, да. Все, он ей сказал, ничего не говори. И она, значит, у них было 12 месяцев подготовки девушки к тому, чтобы она могла зайти к царю. Значит, зачем это было? Я думаю, что это было карантин. Он очень боялся. Все тоталитарные правители, их главная движущая сила во всем их правлении, это страх за свою жизнь и за то, что они сделали много зла. Вообще злодей, его зло преследует. Он плохо спит, ему все время страшно. Он сам хочет всех убивать, но он думает, что все хотят убивать его, и в принципе это правда. Поэтому их 12 месяцев выдерживали в гареме, чтобы проверить, значит, ну, во-первых, карантин, во-вторых, какие-то были у них другие тоже основания, их мазали какими-то маслами, их там готовили, в общем, готовили к тому, чтобы к нему зайти. И вот я коротко пропускаю, значит, девушек к нему заводили, вечером заводили, утром выходили. И вот пришла очередь Эстер, дочки Авихаэль, которая была то ли тетя Мордехая. В общем, какая-то родственница Мордехая, ее мама была. И он ее взял к себе в дочери, как бы, да, усыновил ее. И вот она пришла туда, она все время молчала, ничего не просила для себя, ничего не говорила. В общем, зашла она к нему. В Атилаках, здесь подчеркивает Мегилат Эстер, что она была изнасилована. То есть она не пошла к нему по своей воле, она была взята к царю Ахашвирошу. И это было в 10-й месяц, месяц Тевет,
на седьмой год царствования его царствования. То есть между пиром, с которого начинается повествование, и вот этим моментом прошло уже 4 года. Написано: «И полюбил царь Эстер больше, чем все женщины, которых у него были в жизни». И она ему настолько, ватиса хен вехесет, она настолько вызывала у него приятные чувства, милосердия, доброту. То есть он как бы в ее поле, он чувствовал себя очень спокойно, по-доброму, да. И он поэтому в нее влюбился. И она ему понравилась больше, чем все девушки, чем все девственницы. То есть тут подчеркивается, и больше, чем все женщины, и больше, чем все девушки. И она настолько, она ему вызывала приятные чувства, что он положил корону царства ей на голову и сделал ее царицей вместо Вашти. Вот такой вот поворот событий неожиданный, да? Она делала все для того, чтобы он от нее отказался. Я сирота, никакого я не царского рода. Хотя семья Мордыхая, они были царского рода еврейского. И она, если бы сказала, что она из благородного рода, это подняло бы ее шансы стать царицей. Все вот эти вот, как бы, девушек брали... Все хотели стать царицами. Она не хотела. Она наоборот: я сирота, не знаю, кто с улицы меня нашли. Ну, так про нее говорили. И она вообще просто молчала, ничего не говорила. Но, тем не менее, Всевышний так расставил ситуацию, что он в нее влюбился. И сделал тогда Ахашверош опять пир. Посадил ее, значит, что она царица. Но она все равно... как бы есть такое слово на русском, морозилась, да, то есть она никак не проявляла ни радость свою, ничего у него не просила, никаких подарков, то есть она была полностью в состоянии в таком, ну, типа, отмороженная, да. Тогда он решил к ней зацепить ее через ревность, и он опять стал собирать девственниц второй раз, значит, для того, чтобы опять продолжил этот конкурс красоты, думал, может, она тут испугается, теперь ее не сделают царицей. Ничего, никакого эффекта. Мордыхай сидит в воротах, то есть это был царский дворец, он там где-то находился тоже близко к власти, да, к Кремлю или там к Вашингтону, да. И Эстер не говорила, из какого она рода, из какого она народа, как приказал ей Мордыхай. И, значит, все, прошло время еще. И тут вот тот вот, который все это организовал, главный советник Мемухан, которого звали, он же Аман, он, значит, он еще больше возвысился. И, тут был еще один очень важный момент. Мордыхай сидел в воротах там, и он сидел, значит, услышал он, как два стражника, которые были из народа какого-то там вообще непонятного народа, которые говорили на своем языке, он услышал, как они договариваются, чтобы убить царя. А Мордыхай, он был из Санедрина. Еврейские мудрецы, которые были в Санедрине, они говорили на 70 языках. Что значит, они говорили на 70 языках? Вряд ли они учили все языки там где-то в языковой школе. Но они были на таком высочайшем уровне духовности и на таком высочайшем уровне близости ко Всевышнему, что они понимали языки, ну, не зная, возможно, слов. Ну, в общем... Мы знаем, что он знал все языки, и тут написано, что были два охранника царя, которые захотели убить царя, заговор. И это стало известно Мордыхаю, он сказал Эстер. Эстер сказала царю от имени Мордыхая, начали расследование, и действительно нашли, что они хотели убить, их повесили на дереве и записали в книгу летописи, что Мордыхай спас царя. Все, заканчивается третья глава. После этих событий еще выше возвысил царь этого Амана и сделал его главным премьер-министром, сказал, что он всем управляет. И вот приказал всем перед ним падать ниц, кланяться перед вот этим своим премьер-министром. Значит, недавно проводили психологический опыт трех человек-актеров, как бы опыт, что собеседование в очень крупную компанию на хорошую должность. Приходят люди на собеседование, сидят уже в комнате, где претенденты ожидают собеседования и каких-то там конкурсов. Сидят три человека, заполняют анкеты, готовятся, волнуются. Очень хорошая должность. Звучит звоночек, они втроем встают. Звучит звоночек, они втроем садятся. Тот, который зашел,
Он видит, что, ну, что-то происходит. Это психологический эксперимент. Опять звоночек, они встают. Опять звоночек, они встают, садятся. Значит, новый претендент, если он с ними начинает вставать и садиться, его оставляют. Если он... И все это снимается скрытой камерой. А вот эти трое, это актеры. Они на самом деле не претенденты на работу, они актеры. Значит, если претендент вот этот настоящий не встает с ними и не садится, ему сразу подходит кто-то, его удаляет. Первая девушка зашла, они встают, она начала вставать вместе с ними, садится по звонку, никто ничего не говорит, все молчат. Условия для всех претендентов, все молчат. Заходит второй, начинает тоже с ними вставать, садиться. Видит, все встают, садятся, он тоже начинает по звонку вставать, садиться, без объяснений. Заходит следующий претендент, ему, значит... Сидит тоже, заполняет анкету, смотрит, звонок, все стоят, садятся, он не встает, не садится со всеми, да, то есть каждый же внутри думает, так, это, наверное, может проверка какая-то, может еще что-то, значит, если он не встает, не садится, то через какое-то время его, значит, выводят тихонечко, да, в общем, в итоге проходит время, полная комната людей, встают, садятся, этих трех актеров, которые изначально были, уже убрали из этой комнаты, их нет. А все остальные продолжают вставать, садиться. То есть общество, состоящее из людей, которые послушные, они готовы на все. Поэтому любой тоталитарный правитель, он первым делом убирает вот эти источники, которые не готовы со всеми ходить строем. И тогда остаются только те, которые ходят строем. У них такая природа, то есть их так воспитывали, не знаю. Но если убрать из общества всех вот этих вот независимых элементов, то общество становится полностью послушным. И царь приказал, значит, Ахашверош, что все перед Аманом падают ниц. Раньше это было вообще такое, прямо явное такое, да, нельзя было не определить, ты со всеми или не со всеми. Это не со стула встать, это нужно было упасть на колени и распластаться так. И все перед Аманом падают ниц, а Мордехай не падает. И увидел Аман, что Мордехай не хочет преклоняться перед ним, значит, и наполнился Аман ярости, да, хама, внутренней ярости. И для него было, презрительным для него было только Мордехая убить одного, да. Он узнал, из какого народа Мордехай, и захотел Аман ляшмит эт коля иудим, захотел Аман уничтожить всех евреев, которые во всем царстве Ахашвероша вместе с Мордехаем. И, значит, в первый месяц, это был месяц Нисан, он, это был Ходеш Ришон у Ходеш Нисан, Бешнат Штемесре. Уже 12 лет властвовал Ахашверош. Прошло еще, 5 лет уже прошло, как Эстер села на царство, 5 лет прошло. Значит, Аман начинает бросать жребий, поэтому праздник называется Пурим. И для того, чтобы определить, в какой месяц он уничтожит еврейский народ. Бросает он этот жребий, бросает, находит 13 число месяц, какой? Адар, в котором мы находимся. И, значит, когда он определил этот месяц через жребий, он пошел к царю для того, чтобы договориться, чтобы... Говорит, есть народ, ну, начинается клевета, вот эти, что евреи, они закон царя не слушают, у них свои праздники, они у них, то у них шаббат, то у них праздник, то у них Песах, они на своей волне, в общем, давай их, значит, убьем и ограбим, все у них имущество заберем, а когда мы заберем у них все имущество, так царю будет хорошо. Это главный, с тех пор ничего не поменялось, все обвинения против евреев во всех странах базируются на том, что они нелояльные, и давай их убьем и заберем у них имущество. Так делали фашисты, так делали в Испании, так делали в Англии, так делали во Франции. То есть чистый грабеж и нежелание евреев ходить строем по законам той страны, в которой они живут. Они жили по своим законам, законы Бога. При этом в законах евреев по-настоящему... Надо быть лояльными государству, мы ни с тем не воюем, евреям запрещено, находясь внутри страны, захватывать власть. И это тоже очень важная вещь, что запрещено как бы лезть в политику и так далее. То есть нужно спокойно жить своей жизнью, соблюдать заповеди Всевышнего. И ждать, когда он простит еврейский народ и вернет обратно в Израиль. Так было на всех поколениях.
Значит, евреи в Вавилоне, они тоже были лояльны, Мордехай, ну, они очень служили царю, но Аман своей клеветой, он, значит, все перевернул, и царь говорит, ладно, говорит, делай как хочешь. И Аман пишет письмо во все страны, в КГБ, во все, значит, полиции, пишет, что приказ царя 13 числа месяца Адар всех евреев уничтожить. И смотрите, как написано. Это то, что сейчас происходило с Хамасом, когда они хотели уничтожить всех. Написано так, Леашмит уничтожить и убить и всех иудим от подростка до старика и младенцев и женщин в один день 13 числа месяца Адар. И их самое главное, в конце написано, чтобы подкрепить этот весь приказ, Вешлалам лявоз, и их имущество разграбить. То есть можно убиться, можно забрать имущество, то есть все. И пошли эти все письма. Все, это заканчивается эта глава. Начинается следующая глава. У Мордехай, он узнал, Мордехай узнал то, что произошло, и порвал Мордехай свою одежду, закричал большим криком и горьким, и пришел он к воротам царя, значит, и передал он Эстер. Говорит, вот теперь понятно, почему Всевышний тебя... Такую хорошую девушку-праведницу направил, значит, в это место и сделал женой царя. Потому что на тебе как раз миссия спасти еврейский народ. Значит, и ответила Эстер тогда Мордехаю, что уже 30 дней меня царь не звал. И, значит, у него есть такой закон, что если он не звал, а человек заходит, то его убивают сразу, да, охранники. Значит, Мордехай говорит, смотри, Всевышний еврейский народ спасет по-любому, и это на тебе миссия. Если ты откажешься, он спасет по-любому, но тебя не будет, скорее всего, раз ты не выполнила свою миссию. И, значит, дальше Эстер говорит, хорошо, она говорит, я пойду к царю, попробую, значит, ну, как бы все ему объяснить. Но ты собери всех евреев, которые находятся в Шушане, и пускай они постятся, не едят и не пьют, и раскаиваются, молятся Всевышнему, чтобы все это, чтобы Всевышний спас. Спасение не от меня, спасение от Всевышнего. Так она передала. Следующая глава, значит, Эстер оделась, тоже она постилась, поэтому есть перед Пуримом пост Эстер, в память о Эстер, мы постимся этот пост. И оделась она, и пошла она во внутренний вот этот дворец царя. А там у него было правило, если кто-то заходит без приглашения, сразу его убивают, только он может показать своим жезлом на этого человека, и человек остается живым. Значит, и она заходит, в это время он сидит как раз, он ее увидел и показал на нее жезлом, чтобы ее спасти. Ну что, ее не надо убивать. Все, она заходит вовнутрь. Заходит, и он ее спрашивает, ты никогда ко мне не приходила, что ты сейчас пришла? Что ты сейчас пришла? Она говорит, если в глазах царя хорошо, если он ко мне хорошо относится, я приглашаю царя и Амана сегодня вечером ко мне на пир, который я делаю у себя во дворце, делаю пир для царя и для Амана. Все. Значит, хорошо, царь удивился, она к нему никогда не приходила за все эти годы. И тут она пришла с какой-то просьбой, и он говорит, какая у тебя просьба? Приходи сегодня вечером ты и Аман. Царь говорит, давайте поторопите Амана, срочно Эстер нас зовет, идем к Аману, идем к Эстер. И сказал царь, пришли они к ней вечером на пир, пьют они вино, он ей говорит, скажи, в чем твоя просьба? Я тебе дам. Скажи, что тебе от меня нужно, до половины царства я тебе дам. Он ей говорит. И ответила ему Эстер и сказала, есть у меня к тебе просьба. Если ты ко мне хорошо относишься, если ты хорошо относишься ко мне, такой оборот красивый, если я нашла милость в твоих в глазах царя, и если... царю угодно выполнить мою просьбу. Придет царь и Аман на пир ко мне завтра тоже.
царь вообще в шоке. Что это такое? Что за просьба? То есть, ну, явно что-то здесь происходит, ему непонятно. Она, ее просьба, приходите завтра вдвоем тоже ко мне на пир. И вышел Аман, вот сейчас самая такая, мы же изучаем радость, и сейчас ключевой момент для радости. Сейчас прям такой очень глубокий момент начинается. И вышел царь в этот день, Самеах, веселый, и ему было хорошо на сердце. Но когда увидел Аман Мордехая в воротах, который не встал и не двинулся, он перед ним не поклонился, наполнился Аман, опять наполнился он яростью. Вот тут мы видим психология, эмоции, что происходит. У тебя все хорошо в жизни. У тебя в жизни прям все вообще идеально. Но что тебе вот этот вот Мордехай, который не поклонился? Какая тебе разница? Нет, сразу ему все не в радость. Он цепляется за эту, и наполняется яростью. И сдержался он во дворце, они вели себя культурно. И пришел он домой и послал собрать тоже у себя дома всех своих друзей, жену свою, Зереш и что. И рассказал им Аман все свое богатство. И рассказал, что смотрите, сколько у меня сыновей, богатство. И меня так поднял царь, что я премьер-министр. И, значит, все передо мной кладаются. И сказал Аман, даже, теперь обратите, говорит, внимание, что Эстер, царица, она пригласила на пир, который сделала, меня с царем. И даже завтра тоже она меня позвала на пир с царем. Он все это рассказал им. И после этого говорит ключевую фразу, которая отличает человека несчастного от счастливого. Человека, как сказать, плохого от хорошего, вот так Аман был злодей, свидетельствует Тора. Он говорит такую фразу: «Выкользе энена шавели». Все это оно для меня ничего не стоит, ничего не значит. Все то добро, которое я получал от Всевышнего, от жизни, от людей, все это для меня ничего не значит. Энена шавели. Все то время, пока я вижу. Мордехая Иудея, который сидит в воротах царя. Он говорит, все это мне ничего не стоит. Вот так мыслят люди, которые несчастные, которые не ценят добро, которые неблагодарные. То есть они цепляются за какую-то мелочь и обесценивают все хорошее, что Бог для них делает, из-за какой-то мелочи. И сказала ему Зереш, что его жена ему сказала, и его советники все ему сказали, построй дерево 50 локтей, 25 метров, и утром иди к царю, чтобы повесить Мордехая на этом дереве. Все, что ты нервничаешь-то, да? Просто нет человека, нет проблемы. И пойдешь вечером на пир, веселый, с хорошим настроением. И Аман по этому совету начал строить дерево. Строить виселицу. Построил он виселицу у себя во дворе, 25 метров, высочайшую. И начинается 6 глава. В эту ночь не было сна у царя. Бывает такое, человек ночью просыпается, нету сна, что-то его беспокоит. И в эту ночь царя что-то беспокоило, не было у него сна. И сказал он, привезите мне книгу летописи, почитаю, надо вдуматься, что происходило, в чем причина моего отсутствия сна. Хорошо. Значит, и нашли там запись, что Мордехай сказал про заговор, когда было два стражника, которые хотели убить царя. И, значит, сказал царь, а что ему сделали, как его наградили за то, что он сделал такой поступок, за то, что он спас мою жизнь. Как его наградили? Сказали ему, никак, ничего не написано, никак не наградили. Царь говорит, вот это, наверное, меня беспокоило. А у него всегда был страх за свою жизнь. Поэтому очень важно было те, кто его спасают, их награждать, чтобы все люди видели, как награждают тех, которые спасают царя. Царь говорит, кто сейчас во дворе из сановников, из главных? В это время Аман приходит, чтобы просить, чтобы Мордехая повесили. И как раз Аман пришел раннее утро. Просить, чтобы повесили Мордехая. Сказали слуги царя, вот Аман во дворе как раз. Сказал царь,
Завете. Заходит Аман и спрашивает его царь: скажи, что надо сделать для человека, которого царь хочет наградить и выделить его, оказать ему почет? И сказал Аман в сердце своем, Аман в это время думает, ну кому еще хочет царь сделать уважение? Конечно мне, то есть я на вершине, мне прет уже, круче меня нету. Очень мне напоминает историю с Пригожиным, прям очень сильно напоминает. И сказал Аман царю, ну, говорит, я думаю, что так надо наградить. И тут он дает раскладку, что у него на уме, что очень сильно испугало царя, и его как бы потом его зацепило, да, это все эти проекции. Аман говорит, ну что, если, говорит, царь хочет кого-то наградить, а что для него может быть уже выше? У него выше может быть только самому стать царем, сделать заговоры, самому стать царем, потому что выше ему уже некуда было подниматься. Он говорит, значит, нужно того человека, которого царь хочет наградить, одеть его в царскую одежду, которую носил царь, посадить на царского коня и одеть на него царскую корону на голову ему. Да? То есть он как бы выдал свои тайные мечты. И, значит, вести его по городу, и чтобы объявляли, вот так вот царь награждает того, кого он хочет наградить, значит, все, и чтобы его на коне провезли по всему городу, чтобы все узнали, насколько этот человек уже может быть царем, да? Ну, он говорит, что насколько царь его хочет наградить, но по факту-то он выражал свое уже следующее стремление стать вместо царя. И сказал царь Аману, ну, давай быстрее, говорит, бери царскую одежду, бери коня, и все, что ты сказал, сделай это Мордехаю иуди, Мордехаю еврею, который сидит, один из тоже сановников, который, советников, который сидит во дворе. И говорит, ничего не пропусти из того, что ты сказал. Аман в шоке, как? Он пришел просить, чтобы Мордехая повесили, а тут наоборот все. Взял Аман, значит, одежду, в общем, он выполнил этот приказ. И сидел Мордехай в воротах, он его все посадил на коня, провез по городу, и пришел он домой. Пришел он домой и рассказал все это Зереш своей жене и всем своим друзьям-советникам, все, что произошло. И сказали ему мудрецы, и жена его сказала, если он из евреев, да, из Зера Иудим, если он из потомства евреев, Мордехай это, да, если ты начал перед ним падать, то говорит, все, уже ты не сможешь, будешь падать уже до конца. И пока они с ним разговаривали, в это время прибежали охранники царя, и говорят, быстрее, тебя ждут на пире у царицы Эстер вместе с царем. И, значит, он с ними быстренько побежал на пир. Седьмая глава. И пришли царь и Аман пить, значит, на пир этот Эстер. И сказал царь, а царю не терпится. Он ей говорит, ну, говорит, давай, говори, какая твоя просьба настоящая, я тебе дам. Что ты хочешь от меня до половины царства, я тебе дам. Эстер ему говорит тогда, если тебе я имею милость в твоих глазах, и если ты хочешь дать мне ту просьбу, которую я прошу, она говорит, если бы меня просто продали в рабство, меня и мой народ, то я бы молчала. Но нас всех хотят убить, уничтожить всех без вины, и значит, и детей, и женщин, стариков, нет никакой у нас вины, какая у меня вина, но нас всех хотят убить. И тот, кто хочет нас убить, ему на самом деле он враг царя. Значит, он враг царя, этот человек, да, который хочет сделать ущерб царю. И сказал царь Ахашверош, а кто этот человек? Мизе? Он говорит, кто это? И он уже наполнился яростью. Он же был все-таки царь такой, да, тоталитарный правитель. Он говорит, кто это такой против меня? И против тебя, против царицы? И сказала Эстер, этот человек, враг и ненавистник, Аман, злодей вот этот. И Аман сидит, он вообще в шоке от всего этого, да. То есть он думал, что он на вершине власти, но тут оказывается, что все это поворачивается в один момент против него. Хорошо. Значит, сейчас, секундочку. Все. Итак, значит, встал царь в ярости и вышел он во двор.
В это время Аман бросился, значит, просить у Эстер Амалка за себя, чтобы его не убили. Он бросился, значит, к ней на колени просить. Знаете, как все вот эти вот герои, бандиты, убийцы, которые потом сдаются в плен. Вот сейчас мы видим эти хамасники, которые кричали «джихад», убивали женщин, детей. Сейчас сдаются все в плен вообще без всяких зазрений совести. Да? То есть они кричали «мы всех убьем», а как только их окружают, они тут же лапы поднимают, оружие, все. Пока они смелые женщинами и детьми. И тут, когда Аман почувствовал, что... Значит, он почувствовал, что ему есть опасность для жизни. Он упал на колени и начал Эстер умолять, чтобы она его простила. В это время возвращается царь, он с улицы, да, он вышел на улицу, на такой, как на террасу. Возвращается, он чуть остыть хотел. Тут смотрит, значит, Аман, а у Аман прям упал к ней. Они лежали на таких кроватях, и он упал на колени, и прямо на нее упал, на Эстер. Царь говорит, что говорит, и со мной в доме ты хочешь еще и царицу изнасиловать, говорит. Но он понял, что Аман, он совершенно неудержимый в своей гордыне, гордости, в желании захватить там и так далее. То есть он увидел этого человека, как бы его суть. И тут ему его главный начальник охраны говорит, а еще он построил виселицу, чтобы повесить Мордыхая, который спас царя. И тут понимает царь на своем тоталитарном уровне, которое главное, это спасение тоже своей жизни, он понимает, что Аман для него враг. И он говорит, Амана, говорит, повесить на том же дереве, на котором он приготовил для Мордыхая. И в этот момент, когда он повесил, убил Амана, он успокоился. И передал он царство, стал премьер-министром Мордыхай и Эстер. Все, я уже заканчиваю, мы сегодня чуть затянули. Чем обычный урок. Значит, он снял кольцо, которое дал до этого премьер-министра Аману, отдал его Мордыхаю, говорит, все, теперь ты будешь премьер-министр, ты спас мою жизнь, ты, значит, лучше знаешь, как управлять. И, значит, тогда Эстер просит у царя, она говорит, но он же хотел, уже назначено убить всех евреев 13 числа месяца Адар. Уже пошли письма, значит, во все страны, отмени указ. Царь говорит, важная вот эта фраза, которая касается всего устройства мира. Значит, когда человек делает какое-то действие, он создает как программу. Потом эта программа, она доходит до того уровня, на котором решается судьба, то, что называется небесный суд, и эта программа возвращается обратно. Но если есть уже приказ царя, то этот приказ невозможно отменить. Можно только создать новые приказы, добрые дела, как говорят, тфила, цдака и добрые дела спасают от смерти, да? То есть, говорит Эстер царю, отмени указ. Он говорит, я царь, я указы не отменяю, я не могу отменять указы. Если я буду отменять указы, то что это будет за власть и что это будет за царство? Я указы не отменяю. Но, говорит, я же могу дать любой новый указ. И это нам здесь дается как бы такая великая мудрость духовная, да, что когда даже человек сделал что-то плохое, отменить указ нельзя, но можно создать новый указ. То есть каждое доброе дело, каждое раскаяние, это ты создаешь новую какую-то программу, которая потом влияет на твою жизнь. И, значит, написал Мордыхай от имени царя новый указ, что в этот же день, значит, царь говорит, «Ватем китву алиудим катов бейнехем». Он говорит, вы напишите теперь для евреев приказ, как хорошо в ваших глазах. И они дали новые письма, что в этот день, 13 числа, те, кто хотят нападать, уже отменить нельзя. Но евреи могут защищаться, защищать свою жизнь с оружием в руках. Они написали такой указ. И к этому дню 13 Адара подготовились евреи во всех странах к самозащите, создали отряды самообороны в 127 странах мира. И когда наступила вот эта вот 13 Адара, началась война, в которой в этой войне евреи убили всех тех, которые с оружием шли на них убивать. То есть они как раз во всех странах, когда говорят, что в этот день убили 75 тысяч, кого убили? Убийц, которые с оружием в руках встали для того, чтобы убить, уничтожить весь еврейский народ. И, значит,
Это произошло 13-го Адара была эта война, и 14-го Адара праздновали этот день. Пурим празднует 14-го Адара. Но в Шушане, в столице, там была ситуация сложнее, и Эстер пришла к царю и говорит, что можно ли в Шушане сделать еще один день, разрешить евреям с оружием в руках защищать себя. Царь говорит, да. И в не в Иерусалиме, в Шушане, в столице, война была еще один день, 14-го. И так как евреи не празднуют войны, а празднуют только мир, да, победа в войне, мир и так далее, то в Шушане праздновали 15-го числа. Да, два дня была война, 15-го праздновали. И во всем мире теперь города, которые окружены стеной были в то время, а Иерусалим в то время уже был окружен стеной, это был древний город, в этот день празднуют 15-го. Поэтому сейчас в Иерусалиме сегодня праздник, во всех городах мира 14-го был праздник, а сегодня 15-го. Это праздник победы добра над злом. Интересно, вот здесь в Мегилат Эстер есть вот такой вот список 10 сыновей Амана, которых тоже повесили. Это очень важно. Во всех древних свитках, неважно, когда они написаны, 2000 лет назад, 1000 лет назад, свиток Мегилат Эстер, он полностью идентичен до самой маленькой буквочки. Когда написаны имена сыновей Амана, то есть измененные буквы. Шин, Тав и Зайн. Вот маленькие буквы. Они написаны по-другому. Тав, Шин, Зайн. И интересно, что когда их повесили 10 сыновей Амана, не могли никак понять, а зачем эти измененные буквы? Зачем вот эти вот измененные буквы Тав, Шин, Зайн? Это было непонятно, покамест не наступил 1947 год, Нюрнбергский процесс, когда повесили 10 нацистских преступников, повесили, и это был год по еврейскому календарю, Тав, Шин, Зайн. 5707 год, можете проверить, это был год Нюрнбергского процесса, когда повесили 10 нацистских преступников, которые хотели точно так же уничтожить весь еврейский народ. Они успели, 6 миллионов евреев, 1,5 миллиона детей они успели уничтожить. Но Всевышний, который правит миром, который даже когда мы не видим его доброту, весь этот мир проявления его доброты, именно вот когда повесили 10 сыновей Амана, Тав, Шин, Зайн, это 5707 год, были повешены 10 нацистских преступников, которых после Нюрнбергского процесса судом мир присудил, чтобы их казнить, которые хотели сами уничтожать, их, значит, уничтожили. Что интересно, их было 11, один закончил жизнь самоубийством в тюрьме, осталось их 10, повесили именно 10, и один из них, он кричал, что это Пурим 47-го года, он понимал духовную связь между этими событиями. То есть тот, кто пришел уничтожать, убивать, тот от этого же и умрет. Мы видим это из истории с Аманом. Мы видим, что тот, кто задумал зло, от этого же зла и погибает. Это мы видим, это закон мироздания. Поэтому мы празднуем, веселимся. И как мы празднуем и веселимся, мы делаем следующую вещь. Матанот левиним. Мы помогаем бедным. То есть обязательно нужно помогать бедным, объединяться с людьми, помогать им. Мишлоах Манот, посылаем еду друзьям, чтобы с друзьями покушать, порадоваться. И делаем пир, так как все события, обратите внимание, первый пир, когда Ахашверош собрал людей. Потом пир, на котором решалась судьба, это был пир, который Эстер сделала, два пира. То есть все решается на пиру за трапезой, поэтому сегодня и заповедь сделать вот этот вот пир, трапезу, пить вино, радоваться и знать, что Всевышний всегда для добрых, хороших людей найдет спасение. Как нам не надо заботиться? Нам надо заботиться, чтобы быть добрыми, хорошими людьми. И все злодеи будут наказаны. Все злодеи, которые хотят убивать других людей, неважно с какой целью они хотят убивать, они начинают вот эту вот историю, да, террористы. Вот кто такие террористы? Они убивают невинных людей. Они рассказывают какие-то сказки про то, что ради чего-то, ради какой-то цели. Значит, террористы, они всегда будут убиты. Всегда. И если они уже кого-то убили, то Всевышний так сделает, что их возмездие всегда-всегда найдет. И чем больше люди будут, те, кто будут с ними сообщниками, вот то, что сейчас происходит, тот, кто сообщники Хамаса, а те, кто их поддерживает, они становятся такими же, как Хамас, как террористы. Поэтому очень важно для себя однозначно в этом мире определить свою позицию.
добро, мир, любовь, делать максимум добра. И Всевышний о добрых, хороших людях всегда позаботится. Все, всем удачи, успехов, веселого Пурима. И сохранить это знание, что Всевышний всегда о вас позаботится, если вы хороший, добрый человек. Если это прям понять, осознать, и в это вот прям реально к этому прикрепиться, то у вас будет невероятно хороший, веселый, радостный год, без тревоги, без волнения, без каких-то опасений, без сожалений, будет очень хороший, добрый год у всех добрых, хороших людей. Пурим Самеах, и с Божьей помощью встречаемся завтра. Всего хорошего, спасибо вам за то, что вы изучаете Тору, получаете божественный свет, распространяете божественный свет и помогаете платформе Ваекра нести свет людям. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Пурим Самеах.